народе говорят, если 13 апреля солнце ярко светит и припекает, значит, в ближайшие дни будет жарко. Так это или нет, узнаем совсем скоро. А пока синоптики обещают нам плюс 6, плюс 8, облачно с прояснениями, ночью до минус 2. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Нижнем Новгороде пасмурно, плюс 4, плюс 6. Ночью похолодает до минус 1. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В Москве малооблачно, плюс 9, плюс 11. Ночью до минус 1. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.